уважаемые жители Тверской области, пожалуйста, оставайтесь дома, не выходите на улицу и не посещайте общественные места без крайней необходимости. Помните, нерабочие дни – это не отпуск и не выходные. Необходимо максимально ограничить физические контакты с людьми. Будьте ответственными, берегите себя и своих близких. Позаботьтесь о близких пожилого возраста, они находятся в группе риска. Переходите подальше часть дороги, где положено для этого места. Мы прошли, ничего не было. А что, машин не было? А что, мы прошли нормально, ничего не было. Машин же не было. Мы же прошли, вообще ничего не было. Мы-то как-то ехали, видели вас, правильно? Но вы-то нас увидели, а машин-то не было, мы прошли. Я ехал параллельно, со мной ехал еще один автомобиль. Мы говорим, мы не под носом прошли, а прошли не было машин. А в каком бы случае для вас бы считалось нарушением правил дорожного движения? Если бы автомобиль вас сбил? Мы всегда проходим, когда далеко машины. Когда близко, я сама рисковать не буду. А не легче дойти до пешеходного перехода и пройти без нарушения правил дорожного движения? Если мне вот сюда, вот сейчас, в данный момент, надо кости. Если что, я пойду по пешеходу. Какая разница, куда вам надо, понимаете? Правила дорожного движения, они едины для всех. На данный момент на территории Российской Федерации гуляет такой вирус, всем известный, коронавирус. Это мы слышали. Да. А что ж вы себя не бережете, дома не сидите? Мы за продуктами ходим. Ну, за продуктами ходим. Мы что, ходим, должны голодовать, что ли, интересно? Я об этом ничего, мы с просто... С сегодняшнего дня мы обратили внимание, люди как муравьи выскочили. До этого все сидели, а сейчас, говорю, народу развело. Что, люди должны сидеть, вообще ничего не есть, получается? Мы не говорим ничего, что ну, вот, а что ж вы говорите? Вот при у нас большой при большой необходимости, естественно, в магазин можно сказать продукты купить. Сейчас вы говорите, вы идете в гости просто. Да, в гости. В гости. Зачем же, если... Если вдруг у гостей кто-то заражен. А у нас в Твери, кстати, нету. У нас по телевизору не говорят, что у нас в Твери вирус гуляет. Где он гуляет, про него и про те города и говорят. Вот сейчас еду домой. А откуда? От тети. От тети. А вас на работе, вам как на работе? Дали выходные какие-нибудь? Да. То есть работа. Вас отправили отдыхать в отпуск, да, на работе? Да. То есть вы сейчас... Просто сказали, написал заявление, посольство, ну, то есть на отпуск, да, посольство не желание? Ну, да. Вот. Это сейчас вы пока вот в отпуске решили погулять, да, скажем? Нет, вот просто мне там надо было к ней съездить. Нет, сейчас я домой. Понятно. Так это тоже не уходит. Почему дома не сидите? В магазин поехали. Не знаю. Вроде. Виктор Евгеньевич, а что дома-то не сидите? В России не имя из деревни. В России вирус. И что мне делать? Коронавирус. Ну не, я ничего не говорю. Просто уточнить, почему. Уже работа вообще-то завтра. А, на работу уже завтра? Завод сегодня? Открываю. Да я-то дома сижу. Я сижу дома. А сейчас-то почему вы не дома? Ну я выехал, у меня... По машине надо, ну, к мастерам здесь заезжал. А мастера тоже работают сейчас? Ну, мастера работают, да, дорога. Ну, то есть это частники обычные, ну, да, не официальные какие-то? Обычные частники. А, устранить будете на месте? Стоять не будете, да? Все, я вас понял. Местный житель Евгений Юрьевич? Я сейчас здесь работаю. Здесь работаете? А где работаете, если не секрет? Транспортная компания. Компания? Да. Вас на выходные не отправили в связи с пандемией коронавируса? Сейчас мы на коронавирусе. А, то есть вы на изоляции? Живаю, да? Конечно. А что ж дома-то не сидите, не бережете здоровье? Магазин. Магазин? Понятно. Если вы хотите, будьте ответственными, берегите себя и своих близких.